Всем здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре, что видел, вроде на полке какую-то новинку. Какие-то Brutto Snacks. Brutto — это круто. Brutto Snacks. Что там? Natural Potato Chips. Пикантный томат. Рифленые. Российская Федерация, Ростовская область, Мясниковский район, хутор Ленинован. Какие-то натуральные чипсы. Срок годности 6 месяцев, дату изготовления я что-то вообще тут не вижу, но где-то пропало. Но, наверное, этими невидимыми чернилами. Невидимыми чернилами. Написано. Ладно, откроем, попробуем. Думаю, что какие-нибудь белорусские. Но и то, конечно, это все не точно. Похоже на рифленый лейс. Вот как. Со вкусом гамбургера какое-то время было. Ну да, копия лейса на самом деле. Хочу сказать, достаточно неплохие. Рифление волной. Ну, могу сказать, как есть, что как будто сделаны немножко на прогорклом масле. Чипсы немного с косяком, короче. Но вкус специй, перца все перебивает нормально. Не пропагандирую, конечно, пиво, но думаю, под пиво пойдет хорошо. Классический вкус паприки. Довольно-таки приятный. Достаточно неплохо. Бывало, конечно, и лучше. Даже взять обычный лейс с паприкой. Он получше. Как бы не обязательно покупать именно эти чипсы. Лучше взять лейс. Если хотите чего-то нового попробовать, то покупайте. Семерочка из 10. Ну, хочу сказать, они не сильно соленые. Нету такого, что язык сжирает приправой. Достаточно приятные. Запах прогорклого масла подрастроил.